Конечно, Хусейн внес большой вклад в урегулирование арабского конфликта, который тянется уже очень много времени. И, конечно, как политик, как умный и справедливый политик, мы скорбим о нем и хотим, чтобы те позитивные дела, которые он начинал в Иордании, они продолжались и после его смерти. И хотим, чтобы, конечно, в Иордании не воцарился хаос. Мир в этом Израиле, между этим Палестином, очень большую роль он играл, поэтому желательно было бы его продолжаться жить нормально. Обязательно будем упоминать, будем и просить это, Аллаху, чтобы этот, в дальнейшем его, чтобы было этот, упокоено. We highly respect this great man. He did a lot for our bilateral relations. He did a lot for Middle East process, and we expect that his achievements and endeavors will continue.